Если вы хотите лучше понять аудиторию Яндекс Яндекс.Зена, то не нужны никакие дорогостоящие курсы, какие-то исследования, аналитика, не нужно сидеть в Яндекс Метрике целыми сутками, изучать кто там, какой возраст. Достаточно просто зайти в комментарии на Яндекс .Дзен. Но предупреждаю вас, после этого мир никогда не будет уже прежним. Я вас предупредил. А это Кретов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. К чему это я вообще? Сидел я как-то в ленте Яндекс Яндекс.Дзена, листал статьи и наткнулся на статью своего коллеги Алексея Кутового. Зашел я в эту статью, начал читать комментарии и ужаснулся. Начнем с того, что за статья. Статья о том, что он находился дома, спал себе спокойно. Ему, кстати, снился какой-то кошмар про то, что в походе на него напал медведь. И тут начинают дверь долбиться, он соскакивает, открывает, вернее не открывает дверь. Смотрит в глазок, там какой-то мужик. В общем, он обещал вызвать полицию, если тот не уйдет. Если вам интересно, можете зайти и прочитать эту статью. Ну, в общем, такая статья для Яндекс.Дена вполне стандартная. Единственное, я с Алексеем не согласен в его выводе. Он там пишет, что, возможно, мысли материальны. Я сразу скажу, мысли вообще не материальны. Иначе можно было бы себе представлять кучу денег, и они бы появились у тебя. Скажем так, и все эти аффирмации, и все это, я считаю, что полнейшая чепуха. Это я к чему? Это я к тому, чтобы сразу исключить все все вот эти вот сверхъестественные моменты. А почему я их хочу исключить? А потому что сейчас мы прочитаем комментарии, и вы все сразу поймете. Как известно, на Яндекс на самом верху находятся самые популярные комментарии. Давайте же посмотрим, какой у нас самый популярный комментарий под этой статьей. Ну то есть комментарий, у которого больше всего нравится, ну лайков нравится, кому как по душе больше. Ну и вот, самый популярный комментарий у нас от Надежды Овечкиной. Здесь у нас почти что 300 отметок нравится. О чем же у нас пишет Надежда? Если ночью вас разбудил дверной звонок, посмотрите в глазок. Если никого нет, не вздумайте открывать дверь. Говорят, так в квартиру проникают всякие сущности. Человек во сне беззащитен, а резкое пробуждение мешает правильно оценить ситуацию. Ну, в общем-то, для меня странно, что кто-то еще в 21 веке верит во всякие сущности, но, тем не менее, для женщин и девушек это может быть иногда свойственно, не для всех, есть и мужчины такие, но, тем не менее, но меня больше смущают почти 300 отметок нравится, то есть 300 где-то человек подумали, что, возможно, это правда, что дверь откроется, и тогда залетит в комнату какая-то темная сущность. Что за абсурд? Надежда, я вам со всей ответственностью заявляю, что никаких сущностей не существует. Двери ночью все равно не нужно открывать совсем по другим причинам, но можете спать спокойно и не бояться. В шкафу тоже никто не прячется. Но помимо 290 отметок нравится, которые меня очень сильно удивляют, есть же еще ответы под комментариями, и там их целых 30. Давайте же посмотрим, что пишут люди. Ну, забегая вперед, скажу, что я надеялся, что там напишут, что «Надежда, не бойтесь, никаких сущностей не существует, все в порядке, все хорошо». Но какой, блин, я наивный, разве на Дзе не могут такое написать? развернем. Ну, Алексей тут написал, что это интересное мнение, спасибо. Надеюсь, Алексей не верит в темные сущности. Кто-то тут подшутил про кучки под дверью. Начало, в общем, довольно обнадеживающее. Дальше девушка пишет, что открыла и стала бояться, но тоже ничего такого сверхъестественного. Про кто-то пишет. В общем, самое интересное начинается чуть пониже, Сперва нам предлагают перед сном осенять крестом двери и окна. Дальше идут всякие суеверия о нехороших известиях. Вот этот комментарий меня порадовал, что люди в 21 веке во всякое мракобесие верят, а вполне реальное что-то игнорируют. Но больше всех отличился Михаил Белозеров. Он ей пишет мадам сущности, как вы их называют, проникают сквозь стены и предметы элементарно просто. И это не сущности, а энергетические шары, которые живут рядом с нами вот уже 4,5 миллиарда лет. Вот так вот. Вот так вот живут, а мы о них ничего и не знали. И ученые не знали, и никто не знал. Только Михаил узнал. Надежда никому до этого не отвечала, но Михаил решил все-таки ответить. Она ему пишет, что Михаил, возможно, это энергетические шары, то есть определенные сущности, но как считает Ольга Смурова, не знаю, кто такая Ольга Смурова, и почему-то после этого комментария даже знать не хочу, кто она такая. Они не проникнут в дом без разрешения человека. Полусонный человек открывает дверь, дает им зеленый свет. На астральном уровне не зря же двери в нашем сознании являются как бы границами, разделяющими пространство. Что? Но Михаил парировал. Надежда, это не так. Эше не боится человека. Все дело в том, что мы симбиоз двух стихий. Чистая энергия, энергия, которую вырабатываем из еды. Чистая энергия хранится у нас в пояснице. Там же скапливается и вся наша энергия. Если ее мгновенно забрать, то человек лишится сил до такого уровня, что и шага ступить не может. Здоровому человеку придется несколько суток отлеживаться и хорошо, очень хорошо есть. Эше не видим. Он может представить перед вами в своем естестве или в виде гуманоида, или в виде какой-нибудь птички, но только лишь для того, чтобы изменить ваше мышление. Но этот процесс уже другая история. Дальше тут студентов на перевале Дятлова приплели. И вообще, похоже, существует Эше, который живет рядом с нами. Эше в виде шаровой молнии. Это, по сути, чистые дикари. Замечено, что к ним нельзя поворачиваться спиной. И Эше, обитающие в дикой местности, мышление у гора них гораздо лучше, чем у человека. Но основная задача энергетического мира — создание и развитие человеческой цивилизации. Поэтому ЭМ, не знаю, что такое ЭМ, и Эше, в общем-то, человеку благоволят. Мы их детище. Надежда ему отвечает, что ваши умозаключения, конечно, интересны, но есть множество других теорий, аэше, философы, эзотерики, биоэнергетики, просветленные и им подобные давно пытались найти границу между тонким и физическим миром, и у каждого из них своя правда, и правда это слишком сложна для повседневного пользования. В общем-то все ясно. Просветленные сказали, что птички это эше. В жизни теперь к птичкам больше никогда не подойду. А то я их кормил, там ролики выкладывал на Яндекс.Дзен, как я им булочки кидаю. А вот оно как. Но откуда Михаил знает про эше? Ведь даже ученые об этом ничего никогда не слышали. А дальше мы находим ответ на этот вопрос. Михаил пишет в надежде, что он ежедневно общается с ними, и это становится обыденным явлением. Ну вот и разобрались. Михаил просто общается с энергетическими сущностями. Все ясно. К сожалению, дальше в комментариях появились какие-то непросветленные завистники, которые ничего не понимают, какие-то странные люди, которые стали писать вот что-то такое, что что-то про секту и белую горячку. Дальше стали присылать мемы про сущность в виде гномика. Что сказать, может быть и этим людям когда-нибудь откроется истина. А если серьезно, то Михаил, Надежда и все, кто поставили, нравится. Ну, вы серьезно, да? Энергетические сущности, да? Я, блин, понимаю, конечно, что вас уже не переубедить, но, тем не менее, немножечко задумайтесь, немножечко начните сомневаться в том, что вы пишете и говорите. Ну, реально, это же выглядит, ну, очень-очень глупо. Кстати, читая эту статью, читая комментарии про сущности птичек, я вспомнил один интересный случай из моей жизни. Писать про эту статью я, пожалуй, не буду на Яндекс.Дзен, но тем не менее. Сплю я как-то на диване, ночь уже прошла, где-то утро, рассветает, и мне снится сон, что ко мне подходит человек, и вот так вот поговорим, мне тук-тук-тук, я бах, глаза открываю, вроде все в порядке, никого нет. Ну то есть я по-настоящему проснулся. Думаю, что за фигня? Опять засыпаю, сплю, опять... Подходит человек опять по голове, мне так пальцем тук-тук-тук. Я опять открываю. Что за фигня? Ничего же нету. Ну уже все, закрыл глаза, не сплю. И мне кто-то по голове тук-тук-тук. Я открываю глаза. Никого. Смотрю чуть наверх. Сидит вороненок. Ну такой, средний, ворона-подросток. И мне опять по голове тук-тук-тук. Очень забавный случай. Конечно, это никакая не энергетическая сущность. Просто лето, было жарко, птица залетела. Птица такая, ну, смелая довольно. В общем, мы ее выпустили потом просто. Ну, я показал родителям, говорю, вот так и так птица залетела. Ну, все посмеялись, улыбнулись и выпустили птичку. Вот, о чем это я? В общем, то суть -то какая? Что никаких сверхъестественных, паранормальных явлений вообще не существует. Это все полнейшая чепуха. Ни астрологии, ни гомеопатии, ни сущностей. Аффирмации не работают. НЛП тоже не работает. Про НЛП, кстати, сейчас многие начнут спорить, но вы даже Википедию откроете, там написано, что это уже научное течение. И там в ссылках приведены в Википедии исследования, прям реальные исследования, которые подтвердили, что нейролингвистическое программирование не работает. Оно основано на Эриксоновом гипнозе, очень многое оттуда скопировано и при этом не работает. Туда же в лженауку всякие аффирмации, фильмы «Секрет» и тому подобное. Если мне сейчас кто-то скажет, что наука же не все знает, наука не все понимает, наука не все может объяснить, да, наука не все может объяснить, но это не повод объяснять то, что вам не, пока еще нам не известно, понравившуюся вам сказкой. Что-то может быть удастся объяснить в ближайшее время, что-то может быть не получится объяснить никогда. И это не повод выдумывать что-то. Но ролик я в целом снял даже не для того, чтобы разоблачить что-то сверхъестественное. С этим прекрасно справляется, ну не всегда прекрасно, но справляется комиссия по борьбе со уже наукой. Можете посмотреть их ролики. Есть такой блогер Александр Панчин, если я не ошибаюсь, он интересно об этом рассказывает. А моя цель скорее показать вам, какая аудитория находится на Яндекс.Зен, какие темы им интересны. Это ни в коем случае не призыв писать про всякое мракобесие, просто раньше-то я думал, что Яндекс.Зен это такой аналог пусть говорят, но сейчас, возможно, появляется такая мысль, что это в какой-то степени аналог РЕН-ТВ. Ну там рептилоиды, которые пытаются нас поработить и всякое такое. И я не знаю, как вы, но я даже ради дочитывания не готов поддерживать всякие мракобесные теории. Я готов продвигать только науку. Наука это дороги, наука это самолеты, наука это наши гаджеты, наука это даже эта камера, это звукозаписывающее устройство, наука это компьютеры, наука это все, что нам известно. Если бы не было науки, если бы мы верили во всякую чепуху, то сидели бы сейчас до сих пор в пещере и гонялись с каменными топорами то друг за другом, то за мамонтом. Нет уж, спасибо. Продукты с ГМО тоже, кстати, безвредны, если вы не знали. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится. До новых встреч. Пока.